праздником, который, как говорят, начинается в ночи с 12-18 августа, получается даже на 20-х. Я тут в интернете прочитал, что по одним документам это 18 часов, как мы всегда в августе, да, потом с 80-го года, 3-го воскресенья. Ну и сегодня, получается, как раз посередине. То есть охладывают. Вчера начали, завтра закончили. Большое спасибо, что вы все пришли. Я вообще хочу еще извиниться за то, что в связи с ремонтом зала получается меньше места оказалось. Я надеюсь, что в тесноте мы будем на него обидеть. По крайней мере, я для этого постараюсь все сделать. Все, предисловие закончил. Много не своих песен, ну как не то, что совсем мало. Ну, что-то покопался, но к такому событию да, не только свои авиационные песни. Опять со светом засияло, сверхнуло солнце на крыле. Ты извини меня, что мало с тобой бываю на земле. Опять приходится прощаться, или небо нас зовет опять. Пилот не, земля не может не вращаться. Пилот не может не летать. Земля не может не вращаться. Пилот не может не летать. Мотор уверенный, смелый, в прозрачном воздухе поет. Конечно, он не каравелла, но в общем тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Крыши городские, сирени шлют привет мне. Я остаюсь, часы такие, со всей землей наедине. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Земля не может вращаться, пилот не может не летать. Зато их любит небо-летчик, что здесь, что и спорить я. И у меня возьми, что хочешь, но только крылья мне оставь. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может пилот не может не летать. Земля не может не вращаться. Пилот не может не летать. Я, наверное, узнали эту замечательную песню «Нафиг бы разрешить взлет». Я вот специально выписал себе авторов. Без очков не вижу. Кстати, вот там есть такие интересные слова, да? Сверхнуло солнце на крыле. Меня вот в свое время упрекали за строчку, что звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. Здесь тоже не совсем, скажем так, соответствует действительности, потому что наперкали там вряд ли что-то может сверкать. Ну, это так. Ну, все, а дальше уже моя визитная карточка. Пусть не плачет, но завидует нам тот,
Скорость выдержать не смог.
что-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня вот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что волкливый он такой? Напросился я вот теперь сам не родной, его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как на земле дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершён полет, а меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип и больше не орёт. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый, шатая из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой.
некоторые события, которые у меня были вот за период прошедшего концерта. Вот, ну и одно из таких ярких событий. Я побывал в очередной раз в Германии, в мае. И там был в гостях у Сергея Жданова, он тоже учился, ну, сам от Тюменска учился в нашем училище. Ну, потом там по определенным обстоятельствам пилотом не стал. Вот. Ну, тем не менее, говорит, как головой о крыло стукнулся, но всю жизнь осталось. У него дом прямо под палисадой, он специально выбирал. Вернее, как он говорит, для других это было... Минусы. Для того, ну, как использовал для того, чтобы снизить цену, да, то есть по этому дому вроде как недорогой, потому что там самолеты летают, причина довольно приличная. Вот. Ну, у него в гостях были, там такая шашлычили, самолеты летали, но очень часто, и, наверное, половину времени так вот стояли, смотрели, потому что, ну, невозможно же не смотреть, как самолет там заходит на посадку или летает. Я первый раз побывал в Берлине, посмотрел очень красивый город, очень интересно. Вот, но было еще одно яркое событие. Вот Нюрнберг на маленьком аэродроме. Ребята собирались, там арендовали самолет, катались, полетали мы. Меня тоже покатали с стариками на завтрак. Незабываемые яркие впечатления. Но вечером это был костер, это было звездное небо, это были песни там. Долго-долго. И когда уже мы там пели почти все, что можно из моих, мы начали петь эти замечательную классику. Один из таких фильмов, это, вернее, песня, одна из таких кинофильмов «Добровольцы». И я так подумал, что я когда-то просто в школе учился, в начальных классах, с восторгом этот фильм смотрел, и эту песню слышал, как годы летят. А сейчас уже мои, значит, ровесники. То есть тогда это была песня там про взрослых больших дяденек, а сейчас эту песню мы имеем право исполнять от первого лица. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде вернутся. А сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь о дух, мы все испытали, товарищи друг. А там, где когда-то влюбленными шли, деревья теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, поверье состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы летят. Первоначальный вариант, этот прекрасный актер и ну, роскошный тот Рамас. Вот. Ну, самое интересное, я сейчас спою новую песню. Было в Германии, много ярких
событий, ну, которые достойны, скажем так, песни. Ну, песню я придумал не про то, что я там был в Берлине, про то, что мы там летали на самолете. Знаете, когда приехал домой, я обнаружил себя на ноге меча. Сергею звоню, говорю, слушай, я, похоже, из Германии клеща привезли. Он говорит, как так? Без таможни, без визы. Ага. Мысли хорошие. Поэтому, ну а поскольку по всей вероятности клещ меня поймал на аэродроме, то тоже к авиации тут отношения. Я недавно был в Германии опять. Я люблю опять в Германии бывать. Там живут мои хорошие друзья. Но случилось в этот раз оказия. Ни корову, ни сапогу, ни леща. Я привез к нам из Германии клеща. Без таможни и без визы, просто так. Контрабандой он пробрался нам, как ворак. Просто в ногу впился он. Я и не почувствовал, что он на нем был. А ведь почувствовав подвох, я бы крикнул «Хендехок!» И против контрабанды стал бы на людь. Я бы понял, если бы наоборот. Отовсюду прет в Германию народ, потому что там красиво и тепло. А чего же его к нам-то понесло? Ведь у нас еще пока не благодать, и своих клещей нам не плевать. И естественно рождается вопрос, а на кой нам нужен лишний кровосос? Может, он от демократии устал и ходить на гей-парады перестал. А может, беженцы из африканских мест просто вызвали в нем расовый протест. Не свезло мне выяснить, может, кто-то вытеснить захотел болезненного из родимых мест. Или может что-то там по обмену опыта, в общем, непонятно нам. Там, где звезды гаснут по самолетам, стоящим как я. Ощутить. За горизонт лечу встречать рассвет.
будет сюда, за облачной закрой, пускай мне позавидуют, поляты, когда я поднимаюсь над землей, пускай. Солнце лежит облака, и все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет, но моя строка. Thank you.
То весело смеялся, а то вдруг тихо плакал. Пока не оказался последним летним днем. Сейчас извиняюсь, я говорю, дома второй раз сыграю.
не помню, но, по-моему, второй пилот, который его везет, по-моему, года на два, наверное, еще постарше меня. Вот. И когда я, значит, приехал на аэр-шоу в Краснодаре, я первый раз бывал на таком мощном мероприятии, когда там увидел цветок, такое количество всевозможных летательных аппаратов, которые выделывали такие трюки, которые, значит, красота такая, все это дело. И у меня вот появились первые, значит, строчки «Одно небо», у меня легко достать рукой. Вот, если, я начал, у меня вот два куплета было, а третий вот как-то ее надо было закончить, и была некоторая задержка. Вот. Ну, буквально через там, несколько дней я попал в Большое Грызлово на день рождения коллеги Василия, который тоже в этом зале. Вот, директор человека, да? Вот. И просто в разговоре с ним, он постоянно говорит, что вот мы с женой сядем, поедем туда. Я думаю, вот она. Вот, если хочешь, я возьму тебя с собой. Поэтому вот следующая песня твоим появлением, она обязана вот людям, сидящим за столиком. Вот, песня получилась. Ну, мне, по крайней мере, она очень нравится. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь недалеко, невысоко, не вернуться вдруг и оказаться около, оказаться снова около тебя, и опять смотреть в глаза твои красивые, те глаза, что на меня глядят, любя. Словно это небо синее, появись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор твои дальше не кончается. Мне, конечно, нужно больше про любовь говорить тебе, тебя красавицей, если хочешь, я возьму тебя с собой. Наше небо, и оно тебе понравится, прогуляется по белым облакам, а потом еще прокатимся по радуге, и придумать я смогу наверняка что-нибудь такое, что тебя пора давать. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор бывает дальше и кончается. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор бывает дальше не кончается, до сих пор бывает дальше не кончается, до сих пор бывает радость не кончается. Спасибо. Спасибо. Вот, затем даже я даже снова побывал на аэр-шоу в Краснодаре. Вот, ну, опять те же эмоции, те же ощущения, та же красота. Просто большое спасибо организатору Семену, вот, который все это делает, и ребятам, которые дают мне возможность там побывать. Вот. Ну, сейчас моменты распились. Юр, давай попробуем. Я думаю, получится. Когда мы сейчас будем с словами общаться, потому что там есть несколько вариантов.
больше для кухни, больше для публики, поэтому я не знаю. Могут быть, может быть, мы не репетировали. Просто я пользуюсь случаем, что Юра вот, на концерте присутствует, я думаю, надо. В свое время, когда мы в «Факторке» записывали, не сочиняли, а уже записывали, мне пришлось его довольно долго отлавливать. Он там все не мог, потом он смог. Ну, Вадик плохо видит, а я плохо вижу, все плохо помню. Я
Дякую, дякую. Как Сергей Минигулов, как вот Алексей,
вот эти аэродромы существуют, потому что то, что творит наша родная Росавиация, там все для того, чтобы, не знаю, не продавать, а там обулять очень. А я просто скажу, что благодаря вот таким людям, вот это все существует, что люди летают, что небо становится более доступным для, ну, не только для тех, кто там живет. Ну, кому-то, может, здоровье не позволило в летное училище поступить, какие-то другие проблемы. А вот на этих аэродромах они кто-то получает там свидетельство частного пилота, ну, в общем. Видишь, там все летает, крутится, меня там покатали там, на разных самолетах, и парашютистов мы опять два побросали. Вот. Первый раз эта песня появилась вот, под впечатлением ну, первого визита на разном Перушино, мне подарили Николая Манисова. Он там в этой песне тоже не будет. Там всякое разное покрутил, я тоже это признаю, что это неправильный оборот. Вот. И буду это самое. Это же прекрасно, конечно. Там, вот так же, как, кстати, в Решетах, по-моему, дальше будет песня про Решетах.
А просто хочется быть среди этих людей, потому что там хорошо. Как говорит мой друг Володя Волосков, мне без них не уютно. Ну, еще, значит, в июле я побывал, спустя там 30 лет, не знаю, да, Колпашево. Я там начинал после училища свою работу в качестве второго пилота Р-40. И вот, ну, так как тут раньше не получалось, вроде не очень далеко от Новосибирска. Не было бы так, как есть. А тут, значит, пригласили, они кажут, в этот дату 15 июля образования Колпашского авиаотряда собрались, с которыми я когда-то вместе работал. Конечно, сам аэропорт представляет собой очень грустное зрелище, кому нужен был этот развал. Там был просто не было, там все забито, заколочено, стоит на поле, на заросшем поле стоит не 8 без этой беспостовой балки, и ободранный Ан-2. То есть напоминает о том, что когда-то был Казахстан. А когда-то, когда я начинал, там было 5 или 6 самолетов Як-40, немерено там ни Ан-2, ни 8, там все гудело, все работало, все были в пределе. А когда я туда пришел работать, я жил в общежитии, вот я говорю, ну недолго, почти 2 года, около лет работал. Жил в общежитии, а через дорогу, в частный сектор, вот яркое впечатление такое, ночью спать ложишься, вот, через дорогу, вау, тяпнул собака. Ну, только собираешься утром рано вставать, на выход. 10 секунд проходит, из соседнего двора, тяп-тяп. Через соседнего, откуда-то с другой стороны, тяп-тяп-тяп. Вот. Через минуту такой гвалт собачий стоит, там ни о каком сне даже речи быть не может. Они довольно долго. Ну это так вот, одно из причин. Это вот я. Ну и вот я сейчас когда у них был, мне кажется, это не используется регулярностью, не волнуешься. Сижу я на заварке, не починяю варки, со мной придурок маленький, пытается в ширме сыграть, а ты меня не спрашивать, как я попал в колпашево, как я попал в колпашево, мне неприятно вспоминать. Наверное, в высшей мере кому-то слишком верю я, сказали мне на себе три. Работы хватит всем цехом, но мало здесь летаю я, и мало получаю я, а скуки помираю я, и перспективы никакой. Жил в городу приличному, с рождения привычный я. Было все отлично, но судьба решила поиграть. Лунно ли солнце щурится, недолго кочурится. С удобствами на улице, зимой при -45. Сижу я на заваренке и починяю вареньки. Со мной котенок маленький пытается играть, а ты меня не спрашивай, как я попал в Колпашево, как я попал в Колпашево, мне неприятно спать, мне неприятно спать, мне неприятно спать. Комплекция сюда придет, да, все нормально, все нормально. И спустя много лет появилась другая песня, которая тоже, скажем так, про Колпашево. Thank you.
кажется, еще вчера. Пилота биографию я начинал по серам советской географии, нефтеюганской стрижевой. Узнали брата нашего, а ты не новый, другой. На юрске Колпашево, Абские берега, Волны тайга кругом. Как кони комары, но точно не Атлантика. Зимой сугробы рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. Кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той, ей-богу, в мире не было. И гул турбин, и рев винтов опять манили небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке обитекла. Казалось, 25 так далеко, так пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там. А выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, и дней не считал беспечнее. Тоже знал, что это жизнь такая быстротечная. Ожидать тебя, подруга.
10, так что давайте сделаем перерыв, минут 20-25, а потом продолжим.